Васенька приехала домой с дачи. Мы потеряли Васеньку, думаем, где она. А Васенька, как маленькая лялька, укуталась в одеялко и спит. Васенька, ты как туда залезла? Васенька. Ой, Васенька. Васенька покупалась, да? Вот, и теперь она высохла, и вот она, Васенька. Васенька после дачи отдыхает. А Фырк ей сочувствует, да? Или завидует? Фырк, ну не докапывайся до Васьки. Фырк, у Васьки такой характер, лучше не докапываться. Вася, у тебя даже сил нету, да, обычный свой характер проявлять. Давно бы уже цапнула за такое. Фырку очень интересно, где эта Васька так устала, что даже не реагирует. Фырик, не приставай к Васе, а? Посмотри, а какой приставучий. И Вася все это терпит. Ну посмотри, что творит, а? Фырик. Фырк, в следующий раз ты на дачу поедешь, честно. И будешь тоже такой потом лежать. У Фырка на морде осознание. Да, Фырк, вот такой и будешь лежать. Без задних и передних. Все, иди лучше. Впечатляйся.